Продолжаем спортивную тему. В эфире рубрика «Качалка». Мой коллега Альберт Карцаев расскажет и покажет, как проводить жим лежа. Это силовое упражнение для развития мышц груди и рук. Жим лежа – одно из базовых упражнений в силовых видах спорта и самое распространенное среди любителей потягать штангу. Больше всех в этом деле преуспел американец Райан Кеннелли. Он поднял почти 488 килограммов. Побить его рекорд пока никому не удалось. Тем не менее, сотни молодых людей каждый день стараются хотя бы приблизиться к этому результату. Я занимался полгода под длительным присмотром тренера и достиг своего рекорда на 120 килограмм на 3 раза. С помощью жима лежа качают так называемые основные мышцы груди. Лучше выполнять упражнения со страховкой. В этом случае без напарника не обойтись. Однако, если рядом никого нет, чтобы избежать травмы, нужно соблюдать меры предосторожности. При опускании штанги на грудь рука должна остановиться рядом с корпусом в положении 90 градусов. Это очень важно, чтобы нагрузка шла на мышцы груди. Располагаем руки на грифе близко друг к другу, и у нас получается жим лежа узким хватом. Он укрепляет трицепсы. Мышцы груди здесь практически не задействованы. Опытные спортсмены советуют выполнять это упражнение хотя бы раз в неделю. Но и здесь самая главная техника. Большинство спортсменов допускают какие ошибки? То, что берут слишком узко, и тем самым кисти получают нагрузку и могут получить травму. Для грудных мышц есть еще одно упражнение со штангой – жим под углом. Он тренирует верхнюю часть. При этом надо помнить, что моментального результата в спорте не бывает. Накачать мышцы, как у профессиональных бодибилдеров, за месяц и даже за год невозможно. Но начинать все же стоит. Спорт – лучшая привычка. В этом виде спорта самое главное не переусердствовать новичкам. Тренеры советуют выполнять жим лежа вообще без веса, с пустым грифом. Но я в спортзале уже не первый раз, поэтому дерзну сегодня поднять 100 килограммов. Альберт Карцаев, Атмир Сабанчиев, Вести Утро, Кабардино-Балкария.